Вот такую неприятную картину сейчас можно наблюдать в городском округе. Праздники прошли, елки засохли, и из теплых квартир они переместились, ну, в лучшем случае, в мусорку, а в худшем прямо во дворы жилых домов. Местные жители решили организовать эту свалку прямо у себя под окнами, хотя до специального пункта сбора елок всего несколько десятков метров. Смотреть на остатки чужого праздника нравится немногим, поэтому кто-то выбирает искусственные деревья, а кто-то готов отвезти елку в специальный пункт приема. Ну, неужели трудно донести до положенного места? Я удивлена. Уже четвертый год подряд сознательные жители дарят вторую жизнь новогодним елкам. Для этого в Химках открыли 5 эко-пунктов. Деревья здесь собирают в специальный контейнер, а затем отправляют на переработку. Региональный оператор специально отвезет их на утилизацию, которой они будут измельчены. И в дальнейшем эта щепа будет использоваться либо для мульчирования почвы, либо для каких-то иных целей. То есть елке будет дана вторая жизнь, она будет приносить еще пользу. Но путешествие дерева от квартиры до пункта приема может затянуться. Елки, выброшенные на улицу и оставленные у мусорок, придется собирать управляющим компаниям. Каждый телефонный раздел будет. За последние 3 года отправить на переработку удалось больше 90 тысяч праздничных деревьев. Специалисты просят создавать новогодний символ без украшений и веревок. Внести свой вклад в экологию может любой желающий. Для этого нужно принести елку в специальный пункт по любому из адресов, которые вы видите на экране.